Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодняшний мой гость – это летний кроссовок от известного изготовителя обуви Лова. Модель называется Phoenix Mesh Low. Давайте познакомимся с ним поближе. Я достаточно часто говорил, что летом Гаротекс – это зло. Парит ноги. Вот, и не всегда вам необходима влагозащита, а все-таки, если есть мембрана, соответственно, вентиляции не может быть и речи. Она будет не то что минимальная, она будет отсутствовать. И если носки подобраны неправильно, особенно летом, пользователь поймет, как сложно и неприятно использовать обувь мембранную. Я достаточно серьезно озадачился поиском летней обуви. Для загорода, для походов в легкие путешествия и вообще походов по городу спокойную, которая подойдет как под спортивную одежду, так и под городскую. И оставил свой выбор на этой вот модели. Чем она интересна? Итак, давайте разберемся, что в ней такого. В первую очередь, когда берешь в руки, это вес. Она очень легкая, порядка 950 грамм. За пару 44,5-45 размер. Изготовлено изделие из замши натуральной и сетки. Сетка хитрая, 3D, вот, с хорошей дышимостью и имеет внутри более мелкую сетку для того, чтобы пыль не попадала к ногам пользователя. Подошва, которая используется в данном кроссовке, это собственная разработка Ловы. Такой вот интересный протектор. Модель называется Approach Light. Не скользит во всех направлениях, хорошо очищается и не громоздкая. Промежуточная подошва – это полиуретан, который отвечает за амортизацию. Вот, он смягчает удары, которые возникают при ходьбе по пересеченной местности по камням. При этом кроссовок не деревянный, он достаточно гибкий. Вот, то есть подошва не тяжелая и сам ботинок не утяжеляет. Дальше вы видите в местах наиболее подверженных силовым нагрузкам располагается замша. Между ней находится вот эта вот 3D сетка серого цвета. Все красиво, все гармонично. Задник усилен дополнительной накладкой, а спереди я сначала думал, что это синтетика. На самом деле я присмотрелся и обратил внимание, что немцы, а производитель этой обуви немцы, нанесли пластиковый слой на натуральную замшу, и носок достаточно твердый и держит форму. Шнурки, шнуровка, давайте разберемся. И как встроченный язычок, шнурки круглые в сечении. Вот, достаточно прочная шнуровка. Это два отверстия и три петли. Из них две, видите, ременные. Ременные петли у Лова – это проверенные временем. Достаточно надежное решение. По своим зефирам, которые ношу, четвертый год или даже уже пятый, вот, я не вижу их износа. Язык вшит до самого верха, как и у обуви с мембраной. Для чего это сделано? Чтобы, опять же, пыль не попадала. Я вот сейчас вот вам постараюсь показать изнутри. Видно эту тоненькую, даже она не москитная, она меньше сетка. Вот видите, темно-серого цвета, которая в составе вот этой крупной чистой сетки, вот, и которая не пускает пыль, мелкие камушки, соринки к ногам пользователя. Сам язык имеет настрочку из замши и имеет отверстие для шнурка, для фиксации, чтобы язык не сползал. Внутри язык и сам кроссовок имеет сетчатую подкладку, а в местах, назовем это горловины туфля, в районе ахиллова сухожилия и в районе тыла стопы дополнительно есть мягкий материал. Это сделано для того, чтобы ботинок не наминал ногу, шнурки не наминали тыл стопы. В общем-то, все продумано, грамотно и удобно, как и вся обувь от Ловы.
стельки мягкие, имеют вот такое вот покрытие серое, с обратной стороны это пена. В общем-то, ничего особенного во многой обуви. Если вы смотрели мои обзоры, стоят такие стельки, они удобные, нога не ездит, и все хорошо. Хочу обратить внимание еще раз, что ботинок сделан в Германии. Соответственно, если вы носите размер десятку английскую, то вам стоит брать на полразмера меньше. Я ношу словацкие 10,5, мне в самый раз десятка немецкая, английская этого ботинка. Поэтому обратите внимание, потому что я своего товарища заставил, грубо говоря, съездить несколько раз, чтобы поменять кроссовок, потому что изначально мне в магазине сказали, что он якобы словацкий, а не немецкий. Как ухаживать за этой обувью? Все очень просто. Ее стирать шампунем от Nikwax. Она будет быстро сохнуть с учетом используемых материалов. Дополнительно я буду обрабатывать замшу вот этим вот Nubuck Shed Proof от Nikwax. Данный спрей зарекомендовался хорошо. Я думаю, что и этим кроссовкам он не повредит, потому что кроме влагозащиты, я обратил внимание, говорил уже вам в предыдущих обзорах, вся моя обувь обработана Nikwax, как бы меньше пачкается, особенно от пыли, от лап грязных моей собаки, которая имеет особенность по ним ходить. Подытожив, хочу сказать, что Phoenix Mesh Low очень удачное, гармоничное, спокойное решение для жары. Оно не подведет вас ни в городе, ни за городом. Легкий трекинг также по плечу этой модели. Как подходные кроссовки, они тоже будут хороши. Носки, которые вы можете пользоваться, это могут быть любые носки. Будь то Coolmax, или Merinos, или HB. Мембраны здесь нет, поэтому в этой обуви будете чувствовать комфортно. Более детально о этом кроссовке и о других изделиях от Lowe я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал, у нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам самого наилучшего. До новых встреч!